Хотите уникальную технику на бесстрашие и изменение позиционирования? Ну, что такое на бесстрашие? На бесстрашие – это на такое состояние, когда во мне нет никаких страхов. Открыт, смел, уверен, влюблен в самого себя, знаю свои цели. Так? Ну и, соответственно, на изменение позиционирования. Ну, сначала о том, что такое вообще страх. Ну, примеры. В каком состоянии бывает человек, когда он в состоянии страха? Ну, он боится позвонить. Или он боится, чуть ли не вздрагивает от какого-то звонка. Вдруг будет информация, которую он услышит и которая ему неприятна. Вдруг эта информация меня зацепит или что-то заставит делать. Как будто могут заставить, если не хочу. Вдруг будет физически больно или вот устану. Как будто нельзя управлять болью. Но если не словом, то хотя бы таблеткой. Вдруг подумают не то обо мне. Как будто я делаю что-то для их дум, а не для себя и своих целей. Вдруг вот не полюбит. Вдруг не полюбит. Как будто во мне нет ресурсов, чтобы изменить его чувства на любовь и радость. Ведь есть же. Ну и так далее. То есть страх можно охарактеризовать так образно, как вот состояние, когда человек вот в каком-то особняке за своим забором и своими большими воротами. И вот от любого звонка в эти ворота он чуть ли не сжимается и вздрагивает, и при выходе в этот из своих ворот тоже вздрагивает. И ему тоже некомфортно. Ну вот так примерно. Согласились с тем, что такое страх? Ну, как же нам поменять? Ну, очень просто изменить это представление. Если я боюсь окружающего меня мира, то значит поменять вот эти позиции. Я мир. Вот я мир. А они – это нечто неопределенное, что смотрит на мой мир восхищенно. Ну, давайте примерно так. Значит, для начала попробуем так. Что же я за мир? А я и есть вообще этот целый огромный мир своих знаний, своего опыта, своих каких-то ярких эмоций, мыслей, каких-то чувств, ну вот от сострадания кому-то или чему-то, может быть, даже гнева, может, презрения, до восторгов, восхищения, уважение, заинтересованности, возникновение идей, воплощение этих идей, созидание чего-то прекрасного, полезного людям, до материальных достижений, которых масса, до умения увлечь кого-то, увлечь собой, влюбить в себя. В себя как в человека, в себя там как в женщину или мужчину. Влюбить в свои идеи, в свое мировоззрение. Кто еще я? Я человек, который, допустим, имеет детей, может быть, имеет внуков, имеет огромнейший опыт. И он прекрасен. Я его принимаю, я его люблю. Ну вот примерно так. Вот о том, что такое этот мир. Мой мир. Я есть вот мой особняк. И я имею ворота. Те, кто ко мне или кому я, в мире неопределенности. Ведь так? Этот мир уже стал казаться каким-то вот расплывчатым и неопределенным. По сравнению с тем, что такое я, вот этот мой особняк, моя сила и моя определенность.
Ну, еще вывод. Я лидер и могу на них влиять. Я могу влиять. Так. То есть я и мой особняк на самом деле это просто определенность, четкость. Имеет пространство ввысь, безграничность ввысь. Представили себе, как многоэтажный особняк, трехэтажный особняк, четырехэтажный особняк, весь окружающий мир. Как? Это он уже подрагивает внутри. Соответственно, те, к кому я выхожу, или кто ко мне, они как бы как на земле. Приземленно. Я лидер. А они топы. Топают там себе, болтают. И во мне интуитивно чувствуют силу, наполненность богатым, содержательным, большим. Поэтому готовы подчиняться. Готовы прислушаться. Готовы поучиться у меня. Готовы научиться чему-то у меня. И вообще хотят мне нравиться. Образ смены позиции. Это они за воротами царства. Я смел. Здорово! Произошло изменение представления о себе. Произошло изменение состояния. Я тот, кого, может быть, они боятся. Ну, лучшую картинку рисуем. В кого влюблены, кем восхищаются, у кого хотят научиться. Кому хотят нравиться. Вот так. Ну, и давайте эзотерическую технику. Снова техника. От тибетских гуру. Ям. Итак. На вдохе ям, на выдохе ям. 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 Старайтесь услышать свой голос, как бы звучащий в пространстве. Вот вокруг вас. Или впереди вас. Услышьте свой голос. Это звучание вас во внешнем мире. Итак, на вдохе. Ям. Стремимся услышать свой голос, звучащий вне вас, во внешнем. Ям. Ваш голос вышел во внешнее. Ям. Это мантра на появление уверенности, бесстрашия, любви к себе, уверенности, своей лидерского своего позиционирования, ну и любви к людям. Удачи!